И теперь у нас остался последний конкурс. Это те, кто в игре победил, что-то набрал. Вот эти люди, сейчас мы их вам представим. Итак, те, кто у нас остался в игре и сколько кто набрал очков. Еще раз хочу вам сказать, что если вы удивитесь, что количество очков изменилось, вы можете обратиться к вашим модераторам, и они вам дадут полную раскладку. Ну, мы тоже могли ошибиться, да, если вы считаете по-другому, что у вас должно быть больше, нет проблем, мы эти вопросы порешаем. Итак, начинаем как бы с конца, да, и к возрастанию. Наталья Мальцева набрала 2040 очков, Зубарзят Гильфатова 2060, Сергей Дьяконов 2170, Ольга Евстафьева 2190, Елена Новикова 2580, Татьяна Леонова 2670, Татьяна Ефимова 2760, Борис Баранов 2790, Наталья Коротова 2800, Олег и Ольга Нестеренко 3000, Елена Илларионова 3030, Инта Импери 3050. И еще раз, да, если вы считаете, что что-то по-другому, обратитесь к вашим модераторам, и мы еще раз это все проверим. Теперь есть как бы вещи, которые бы я вам хотела объяснить. Значит, если вы захотите купить какой-то наш продукт, какой-то наш курс, или, допустим, участие во взаимопиаре, например, участие во взаимопиаре, которое стоит 3000, захочет купить там, например, Наталья Мальцева, значит, мы отнимаем от 3000 2040, и остается, что ей нужно, если я правильно считаю, заплатить 960. Значит, вы не идете напрямую покупать, вы обращаетесь к вашему модератору, который вам даст ссылку, по которой вы заплатите оставшуюся сумму. Или, например, Олег Нестеренко захочет купить инструменты для заработка на партнерках, которые стоят 3, там что-то 490. Значит, от суммы 3 490 отнимает 3, и он доплачивает только оставшуюся сумму, но он должен сначала получить ссылку, по которой будет оставшаяся сумма, а не общая ссылка для всех. Ребята, вам понятно, вот те, кто участники игры, что вы должны сделать? Потому что вот эти вот таланты, да, они равны рублям. Значит, вы, если что-то захотите купить, и это тоже будет происходить в течение вот этих двух недель, когда идут акции, вы получаете курсы со скидкой, да, от 30 до 70%, плюс еще от стоимости, да, вот этого уже курса со скидкой отнимается та сумма, которую вы набрали. Я надеюсь, что вам это понятно. Я вижу, что здесь плюсики поставили, но это еще не все. Это те, кто остался в игре, но у нас есть три призовых места. Итак, приготовились. Значит, третье место в игре, где получается подарок на 8290, получает у нас Валентина Гамаль. Эта сумма складывается из полной стоимости курса «Инструменты заработка на партнерках» плюс страница захвата, которая стоит 1500. Итак, хлопаем Валентине. Я надеюсь, что Валентина очень довольна. Почему разница в очках? Да, люди вроде делали то же самое. У кого больше очков, они писали больше толковых комментариев, они получили более призовые места в других конкурсах. Поэтому поздравляем Валентину. Теперь дальше. Второе место. Елена Наумович. На сумму 23 тысячи рублей она получает курс «Технология создания анимационного видео», «Вирусное видео» второй курс, «Инструменты для заработка на партнерках», «Графический конструктор» и «Страницу захвата». Да, кстати, как получить эти курсы, опять же, обращайтесь к своему модератору, и будет процедура, по которой вы регистрируетесь в закрытую зону и получаете. Вам ничего платить не надо, ваши очки, они просто показывают, что вы, да, получили это место, поэтому на другие курсы у вас там
уже нету вот этих очков, да, они сгорают. Вместо этих очков вы получили вот эти призы. Валентина курс и страницу, а Елена Наумович получила вот эти курсы и тоже страницу. Борьба, знаете, очень такая серьезная, потому что вот у Валентины 3210, да, а у Елены 3320, да, разница в 100 очков. Но первое место, разница между Еленой и первым местом вообще в 30 очков. Итак, первое место у нас получает Марина Бирюкова. Да, 30 очков разница от второго места. И Марина Бирюкова, ну, получает все курсы по видео, да, курс «Инструменты заработка на партнерках» и «Страница захвата». Вот такой получает подарок. Мы поздравляем Марину. Она молодец, она действительно очень старалась. И, кроме того, и видео хорошее, и блог очень хороший, и тема у нее очень интересная. Поэтому, ребята, вы молодцы. Я просто, ну, снимаю перед вами шляпу. Все молодцы. И победители тоже молодцы. И я думаю, что это классно. И вы тоже этим всем довольны, потому что и знания получили, интересно было, и подарки получили. Ну и напоминаю вам, значит, что нужно все время писать статьи. Блог, который не обновляется, никому не интересен, да, и статьи, которые людям интересны. Видео хотя бы одно в месяц, лучше два. Новых друзей каждый день заводите, комментарии каждый день пишите. Набирайте через наш взаимопиар подписчиков, которые у вас потом будут покупать вашу продукцию и еще какую-то продукцию. Ну, потом сделайте рассылку, вот в курсе «Инструменты для заработка на партнерках» мы учим, как к урокам нашим возвращайтесь, потому что они у вас останутся, и вы все это получите. Марина говорит, я не ожидала. А я тебе обещала сюрпризы, Марина, что будут сегодня сюрпризы. Видишь, я не обманула. Ну, учитесь по курсам магии интеллект-карты, хозяин времени, как правильно планировать свое время, как строить свой бизнес. Ну, и самые важные советы. Определите свои мечты в деньгах и в сроках. Если вы что-то мечтаете и хотите сделать, возьмите бумагу вот, или в интеллект-картах себе напишите. Вот хочу вот это, вот это, вот это. Определите, сколько это стоит и когда вы хотите это получить. Потому что в зависимости от цены и от того, когда вы хотите получить, вы можете поставить цели и сделать четкое расписание на каждый день и точно по часам расписать свои действия. И ни в коем случае не позволяйте срочным делам нарушать ваше расписание. Потому что срочные, каждодневные дела, они будут всегда, но они не меняют вашу жизнь. Вашу жизнь меняют только важные дела, ваши действия, которые помогут вам изменить вашу жизнь. И точно следуйте расписанию. Ну и самое главное, конечно, получайте удовольствие от процесса. Когда вы получаете удовольствие от того, что вы делаете, и результаты во много раз выше. Теперь смотрите, сейчас Татьяна вам даст ссылочки. Вы можете пойти на наш сайт Академии 3СИМ, подписаться там на рассылку и получать информацию, когда появляются новые статьи. Здесь тоже бесплатно есть очень много полезных советов. Теперь у нас есть еще один сайт, в котором есть советы по видео. Сайт называется «Лучший видеомастер». Сейчас Таня вам тоже даст ссылочку. И здесь есть интересные уроки. В основном тут Андрей их записывает, иногда что-то я, но больше Андрей записывает уроки на этом сайте. Здесь, кстати, есть уроки, как работать с программой Camtasia. Это более серьезная программа, чем Movie Maker, в которой можно записывать, например, уроки и монтировать ваши видео. И у нее есть много возможностей. Обязательно тоже подпишитесь на рассылку сайта «Все вместе». Сейчас тоже Таня даст ссылочку. Ну, естественно, участвуйте во взаимопиаре. И сейчас вот планчик вы можете себе записать. Значит, сегодня после вебинара уже, наверное, вам пришли письма. Если у вас еще есть силы воспринимать информацию, вы можете послушать мастер-класс «Инструменты заработка на партнерках» или завтра на него зайдете. В ноябре, в декабре у нас будет новая игра, на которую и новый курс. Кто хочет повторить, может записаться. И приглашайте людей, заработайте на партнерке. Но взаимопиар «Все вместе» у нас работает постоянно, каждый вторник
у нас есть акция. И с 23 по 26 октября у нас будет тоже 23-го вы получите мастер-класс «Инструменты для создания видео», и будет акция со скидкой на все наши курсы по видео. И кроме всего прочего, те, кто у нас набрал таланты в игре, в эти две недели смогут получить дополнительные скидки на вот всю эту продукцию, на все эти акции, которые будут происходить. Вот, в принципе, все, что я вам хотела рассказать, ребята. Спасибо, что вы пришли, потратили этот первый выходного дня, все это послушали. Спасибо, что вы пришли к нам на курсы. Мы очень ценим, что вы оказали нам доверие. И до встречи на курсах «Лучший видеомастер», на вебинаре или мастер-классе «Инструменты для заработка на партнерках» и на взаимопиаре «Все вместе». Еще раз поздравляю всех призеров. Спасибо вам огромное. Давайте дальше будем вместе с вами сотрудничать и изменять свою жизнь. Пока-пока.